Приветствую вас, друзья! На дворе жаркое-жаркое лето. Такое, что даже цены тают. Вы видели 9-й каталог? Давайте посмотрим его вместе. Каждая девушка, будь то зимой или летом, мечтает быть еще прекраснее. И на помощь нам приходят средства декоративной косметики. Прямо сейчас я покажу свой вариант быстрого и яркого макияжа. Основа под макияж, тональное средство и румяна я уже нанесла. И сейчас я воспользуюсь продуктами из категории новинок 9-го каталога. И, конечно же, свои излюбленные продукты нанесу, и вы увидите, как это будет выглядеть. Начну с подводки. Кстати, подводка и очень много других продуктов из серии The One, Giordani Gold, самые любимые, самые востребованные, идут по акции «Голые цены». А вообще время распродаж и вот таких вот акций «Голые цены» – это то время, когда можно смело экспериментировать и выбирать не один продукт из палитры, а все, которые есть. Я тоже решила провести эксперимент и взяла для себя подводку The One. Очень люблю эту серию, эту подводку за тонкость нанесения, плавность нанесения. Она такая яркая, но при этом очень легко наносится и сразу эффектно выглядит. Давайте будем наносить. Очень быстро и сразу готовый акцент. Продолжаю макияж глаз и здесь я воспользуюсь новинкой 9-го каталога. Это тушь The One No Compromise. Я полюбила прежнюю версию. В чем ее фишка? Здесь действительно инновационная формула, которая обладает влагоустойчивостью. Но при этом ее очень легко смыть. Достаточно просто теплой водой промыть свои ресницы, глаза, и тушь под воздействием тепла остается на кончиках пальцев. Это очень удобно. И, кстати, новая тушь, да, наша новинка 9-го каталога, в чем ее фишка? Она обладает вот такой вот уникальной кисточкой. Сейчас в тренде прокрашенные ресницы, яркие, пышные. И вот именно благодаря этой кисточке можно прокрасить все реснички и внутри уголка, и нижние реснички все прокрасить. И при этом, благодаря вот такой кисточке, ресницы идеально подкручиваются. Идеальное разделение, она заходит даже в те уголки, с которые другим бывает сложно кисточкам пробраться. Тушь No Compromise. Идем дальше. Всегда хочется быть еще моложе, еще эффектнее, да, и, может быть, даже чуточку сексуальнее. У нас появилась новинка. Это жидкий хайлайтер. Это выглядит в виде крема. Он обладает такой приятной сливочной текстурой, розовый, сиянием. Разные варианты нанесения. Можно смешать, например, да, хайлайтер вместе с тональной основой, если она не сильно плотная, один к одному, и тоже полностью нанести на лицо. И есть еще вариант использования – это нанести на все выдающиеся выпуклые части лица для того, чтобы правильно высветлить и придать такую объемность на лице. Это зоны над бровью, под бровью, это переносица, это скулы, подбородок, галочка над верхней губой и дуга на лбу. Ну что, наносим, освежаемся. Классно, что именно жидкий хайлайтер можно нанести прям пальцем. Классно. Мне нравится. Но чего-то не хватает. И надо добавить еще цвета на губах. Угу. Тоже классно, что вариант у нас, вариантов масса. И мы можем экспериментировать и менять свой гардероб на губах каждый день. Ух, я
Ну что, друзья, мой макияж готов. Сделала я его в ограниченное время. Лично для меня ограниченное время, двое детей, и я всегда на скорости. Сделала его всего с 4 продуктами, и вы сами можете сравнить, что было и что стало. По-моему, все очевидно. Напомню, что было использовано. Новинки. Новая тушь, новый хайлайтер, излюбленные продукты по голым ценам. Это подводка и помада The One. Но вы знаете, на этом ассортимент продуктов не заканчивается. В нашем каталоге множество вкусностей, 1500 наименований, и почти каждая идет по голым ценам. Успевайте разнообразить свои образы, покупайте любимые продукты, экспериментируйте, создавайте новое. Ну что, о красоте ежедневной и внешней мы поговорили, подготовились, но неотъемлемая часть нашей жизни – это еще и красота изнутри. Это то, что мы едим. Я рада, что уже 9 лет я и моя семья начинаем свой день с wellness. Это наш любимый коктейль Natural Balance, витамины и детские продукты. И сегодня я хочу вместе с вами приготовить один из любимых рецептов наших детей. Это клубничный коктейль с ягодами малины, с лаймом, мятой и молоком. Вкусно, освежающе и, самое главное, полезно, потому что в составе одной мерной ложки нашего коктейля уже есть все незаменимые аминокислоты, которые мы должны получить в течение дня. Ну что, давайте готовить. Начинаем с ложки коктейля. Так, погружаем все в блендер. Готовлю на одну порцию, поэтому если вдруг к вам пришли гости, то имейте в виду, что нужно удваивать, утраивать или удесятерять, смотря сколько вас. 100 миллилитров молока. Так, берем, нам нужно будет половина лайма, его сок. Выжимаем все. В принципе, этого уже будет достаточно. И малинка. Так. Закрываем. Закрываем наш блендер. И немножко пожужжим. Меньше минуты мы затратили времени. И наш коктейль уже готов. Можно собирать семью на завтрак. Ну или сделать такой вот полноценный здоровый перекус. Так, раз, два, три, силы появились. Вот, все есть. Так, берем стакан. Можно взять охлажденный бокал. Тогда будет еще более освежающим наш коктейль. Добавляем парочку листочков мяты. И все, можно кушать. Приятного аппетита! Сложно, конечно, рассказать про все свои любимые продукты за такое короткое время, но мы с вами успели все-таки поговорить о декоративной косметике. Мы с вами заметили несколько крутых предложений по голым ценам 9 каталога и приготовили вкусный рецепт. Ищите больше предложений в 9 каталоге, спрашивайте его у консультантов и заходите на сайт. Будьте красивыми, будьте здоровыми. Пока-пока.